Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка «Супермаркет Симулятор». Вообще, по идее, сегодня должен был выйти гидронир, но я записал двухчасовой ролик, зараза, но он не записался, ты представляешь? Я просто болтал в пустоту, не для тебя, а в пустоту. И, короче, там много чего прошлось. В общем, ладно, проехали. Сегодня «Супермаркет Симулятор». Вот он, наш магазинчик, я так понял. У нас закрыто. Батюшки, батюшки, почему закрыто? Потому что я еще... А, тут никого вообще нету, кроме меня. Город вымер. О, машина. Ты что, таксон, что ли? Вон таксон. Подожди, дай я на таксон пересяду. Стой. Куда ты меня вообще отвез? Такси, подвези меня. Такси в снегу. Это такси, небесное такси? Нифига себе. А единороги там есть? Он меня послал, короче. Наверное, нет единорогов. Что тут у нас? Восклицательный знак. Дополнительная реальность, я так полагаю, да? У меня очки дополнительной реальности, потому что я вижу восклицательные знаки все. Кстати, мне показалось, ли человек, потому что первый человек, которого я сегодня видел. И там, вот, смотри, еще чувачок идет. О, в кузов можно? В кузов можно запрыгнуть. Что-то я слишком отвлекаюсь от своей обыденной работы. Сперва нужно заказать товары. Заходим в маркет. Я зашел в магазин, чтобы заказать в другом магазине товары. Нормально. Почему это дисплей, если это коробка со злаками? Дисплей. Дисплей, полки. А, ладно, неважно. На полке, короче, размещать, я так понял. Почему дисплей, я не понял. Хорошо, злаки. Будем питаться здоровой пищей. Хлеб, конечно, со злаками, чтобы пожрать-то было. Молочко, где у нас тут? Паста. Я люблю вообще пасту, обожаю, но не итальянец. А что, на сколько? Сколько у меня денег-то вообще? 50 баксов. А куда я корзину-то набрал на 184? Купить. Я заказал. Заберите только что прибывшие коробки. Че, уже? Где? Где? Ничего себе! Мне бы так доставляли мои посылочки. Забираем. Выбрасываем нафиг. Выбрось. Выбрось эту бяку. Бяку-каку. Так, подожди. Бросок. Можно еще брать. Сейчас тачки поют, я буду в баскет играть. Тачки. Смотри. В лобаште. Бах. Сквозь. Насквозь. Да ладно, это невозможно, как это так? То есть меня они толкают, а коробки насквозь. Сейчас, подожди, я ему на багажник положу. Да. Да ну нафиг! Так нечестно, отъедь! Он человека сбил! Он поехал, а, ну он на зеленый поехал, это человек на красный пошел. Ты чё, дубина? Ну ты посмотри на его рожу, он в принципе реально дубина. А-а-а, я бегу со злаками! 8 утра, я продолжаю раскладывать злаки. А куда коробку девать? Ну, пускай у меня будет бардак здесь. Здесь нельзя бросать. Здесь нельзя бросать, и я бросил. Я нарушаю законы. Законы своего магазина. А, понял. Я нужно было выбросить в мусорку. Ладно, выбрасываю мусор. Почему тут постоянно какие-то ремонтные работы? А, тут лужа. Тишина, птички поют. Хорошо. Нелюдно. А какого черта я в нелюдном месте открыл магазин? Я, походу, совсем дебил. Установите цену на продукт. О, цена 2,99. Цена маркета 5,98. Ну, блин. 98. Чего вы пару центов зажопили? Давайте сразу 6 баксов. Не, ну, давай семерочку. Хорошая цифра. Доход 4 бакса. Я хочу больше дохода, если я установлю десяточку. Не факт, что у меня будут покупать. То есть я купил за 2... Сколько там она? 2,90 за 3 доллара, а продаю за 10 долларов. Это ж... Ну я мамкин торгаш. Злаки для меня слишком дороги. А чего ты тогда заходишь в магазин у меня для элиты, бомжара? Чтоб я тебя здесь не видел, рубашку такую еще нацепил. Кто-нибудь ко мне еще зайдет? Я, наверное, всех спугнул. Наорал и спугнул. Ладно. После 2 клиентов так уж и быть. Снижу цену до 9 баксов. Как вам такое? Все сюда, скидка вместо 10 баксов. Теперь злаки стоят 9 баксов. Что, какая-то вульгарная статуха девочка ко мне зашла. Ты что, из тех самых, которых украс... Прикинь, девочка, короче, статуха и зашла и купила. А как пробить-то вам? Возьмите, несите. Все. Деньги беру, спасибо. Закрыть кассу. В смысле, ты пакет отдай ей. Одобрить. Одобрено. Недостаточно изменений. Добавить. Блин, вот я...
чучело-то? Я не могу разобраться с кассой. Закрыть кассу. Вот куда мне нужно было, идиот. Просто вообще идиот. К тебе пришла девочка купить твой товар. Открой кассу. Касса открыта, все. Вот, что-то мне здесь нужно сделать. Соберите нужное количество сдачи, нажимая на деньги в кассе. А, у нее карточка вообще. Какая сдача? У нее карточка. Ввести девятку, да? Господи, как это сложно. Я же деревня, я не разберусь в этом во всем. Это очень сложно для меня. Дайте мне игру полегче, пожалуйста. Я пришел расслабиться. Мне гидронира хватает. Там столько... Что я должен тебе? Сколько ты мне денег дала? А сколько она мне денег дала? Десятку она мне дала, значит, $1. $1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давай шустрее, блин, пальцами работай. Надо избавляться от мелочи. Меня бесит мелочь, поэтому... Я долго так буду стоять. Смотри, какая башенка. Если она сейчас рухнет... О, это будет печаль. Мне это придется с пола поднимать. Ладно. Отдай ей сдачу. Мне нужно нажать... О, здравствуйте, еще один клиент. Одобрить. Я одобрил. Все. Я дал ей сдачу. Наконец-то все прошло. А зачем тебе злаки? Ты похож на чувака, который может позавтракать в ресторане. А он, женщина, говорит, ну, злаки слишком дорогие, зачем я сюда зашла? Черт подери, я прилипаю к кассе, потом надо отлипать от кассы. Слишком много действий нужно делать. Лицензия на товар купить, кого-то нанять, счета всякие. Это все для взрослых. Мне полегче, пожалуйста, что-нибудь дайте. Это слишком муторно. Банк! Наличный кредит могу взять. Господи, у меня в жизни кредитов хватает. Ипотеку, я еще за ипотеку не расплатился. Тут еще кредит предлагают в игре. Что, хотите меня свести с ума, что ли? Одобрено, иди, вали отсюда. Красавчик! Я отдыхаю, посмотрю в потолок, похаркаю в него. Главное, чтобы не отвалилось на меня ничего. Штукатурка, например. Так, посмотрел на потолок, а ко мне тут уже пришли. Чик-пик, нет. Чук-пук, нет. Чоки-пики, нет. Чоки-пик. Вы взяли, правильно? Давайте сверимся. Чоки-пик вы взяли. Все правильно? Все. Вы согласны? Ну, вроде она кивнула головой, да? Хорошо. Чоки-пики, так и быть. 9 баксов. Так, наличка. Давай десятками. Десятками. Получение денег обратно. Вы можете забрать свои деньги, щелкнув правой кнопкой мыши. О-хо-хо-хо! Я теперь могу жонглировать ими, смотри, как круто получается. Давай доллар ему дам. Ты мне в полосочку нравишься, чувак. Все, одобрено. Опять ты пришел, я только что тебя обслуживал. Ты что, уже сожрал свой этот чоки-пик, что ли, или что? Доллар, ладно, ты бизнесмен, тебе вот по-братски доллар, бумажку дам. Задрали, ходят, тут коробочки стоят. Почему из продуктов так мало выбора? Может, я огурчики, помидорчики хотел бы. Ага. Там ко мне кто-то приехал, кстати. Ну, в смысле, покупатель пришел. Ладно, я купил сахар и что я купил еще? Что я купил? Мне нужны таблетки от склероза. Что я купил? Подождите. Пусть весь мир подождет. Мне нужно сообразить. Хлеб я купил, елки-палки. Хлеб всему голова, но у меня нет башки. Почему карты ни у кого нет? Наличку вы мне. Зачем вы мне наличку даете? Бесите. Бесите вообще. Я сейчас кассу закрою и уйду. Здорово. Ты пиджак снял? Или мне кажется? Это же тот тип, нет? Только он просто без пиджака. Слишком дорого. Зачем я зашла в этот магазин? Только расстроилась на весь день. Какие ужасные люди ко мне приходят. Так, пробиваем. Я стою на кассе, фигней страдаю. Они просто смотрят на меня. Нет бы мне что-нибудь сказать. Может побыстрее там. Или второго кассира позовите. Или еще что-нибудь. А я ему 5 баксов могу отдать? Прикинь, я ему 5 баксов отдал. Он думает, зашел за злаками. Мне еще и денег дали. Ну ладно, черт, я его запомнил. В следующий раз отдубасю его где-нибудь в переулке. О, молодчик, карточка, вообще от души. Ты просто красавчик. Так, я сниму у него $15. Неверная сумма платежа, блин. Мне же надо было отбить как-то 5 баксов, которые дал другому чуваку. Ладно, нет, 5 баксов. А подожди, а если я ему 5 баксов, то, допустим, 8 сделаю? Неверная сумма. Смотри-ка, по карточке фиг пробьет. То есть по карточке надуть себя или покупателя невозможно. Так что карточки — это круто. Окей, закрыто. А почему закрыто в моем собственном магазине? Я не понял. Что за фигня?
О, вечерок, 5 вечера. Ой, куда ты пошла? В смысле, она взяла товар и ушла? А мне же... Вот, кстати, коробки привезли. Ой, как пахнет, а что это я? С угар. Я угар взял. А тут хлебушек. Оно отошло от моей полки, я еще тут не выставил все. А свет включается? У меня есть переключатель со светом? Мне нужно... Вы продаете товар, не назначая на него цену. Хлеб за 99. У меня будет все по 9 баксов, поэтому... Все по... Есть магазины, все по 50, все по 100, у меня все по 9 баксов. А можно мне свет включить, пожалуйста? Темень вообще... Я нифига не... А как ты сахар взял, если я цену еще не назначил? 11 баксов, подождите! У меня сахар пробился по номинальной цене, по стартовой, то есть по закупочной. Не-не-не, касса закрыта, все, уходите, товар обратно положите на полочку. Блин, они не кладут на полочку, что мне? Сама лично, что ли, у вас из пакета все достал? Куда пошел? Не, касса открыта, я лучше тогда пробью тебе. А то они бесплатно все это возьмут и уйдут. Блин, ну ладно, придется по закупочной цене. Зараза. Я в лохах. Сейчас я в лохах, тут ничего не поделать. Включитесь, сделайте мне свет кто-нибудь. Я запарился в темноте. Где здесь свет-то включается? Ёлки-палки. Еще коробки кто-то тут раскидал. Нажмите Enter, чтобы завершить день. Свет мне включите. Какой завершить день? Я хочу в ночную смену работать. Я работник 24/7. У меня нет выходных, потому что у меня нет семьи вообще. Я ужасный человек. Я продаю товары по слишком высоким ценам. Поэтому у меня нет семьи, со мной никто не дружит. Такси! Включите свет, используйте настенные переключатели. А где он? Блин, где? А какого лешего они здесь? Обычно где-то здесь при входе выключатели делают. Ну, может быть... Почему компа-то? Вот! Какого лешего тут коробки валяются? Вообще, что за дебил их тут раскидал? Выкинуть нафиг. В мусорке, как положено, как все должно быть. Эй, дубина, заходи, заходи. Заходите. О, молочек, я его позвал, он зашел. Покупаем хлеб. Хлеб слишком дорогой, я не могу себе позволить. Такой крутой, не может купить себе хлеб. Этот тоже в джинсах. Нищеброды кругом. Зашел, ты тут только за сахаром зашел? Хлеб купи, сверху сахар насыпешь, вообще бургер будет нормальный. $9, на, держи. А че вот так на сахар-то? Слушай, этот чувак мне кого-то напоминает. Ты случайно в игре не снимался? Я в какой-то игре видел на теле чувака и вот такого черепок. Очень похож, а можно автограф у тебя попросить? Не смотри так на меня таким взглядом. Боже мой, мне страшно становится. Все хорошо, я пробиваю тебя. Иди с Богом отсюда! У меня аж коленки затряслись, хотя у меня нет коленок. Какая прелесть. А что у вас с волосами? Почему они мелькают? Или это у меня в глазах мелькает? Ну, короче, как бы прическа у вас огонь. Прическа огонь. Заходите ко мне каждый раз в магазин, я буду вам отвешивать комплименты. Я вот отсыпать буду вам комплименты ровно вот так вот. Вот так вот башнями просто. Просто огромными башнями. Сейчас еще вот 50 накину вам. Вот, и пятаками. Пойдет? А что-то как-то она странно ходит, как в GTA. Боже мой, как она... Не заходите ко мне, пожалуйста, больше с такими раскоряченными ногами. Заказываю пасту. Она так стоит $7, а я буду продавать ее за 50. Нормально же? Вроде нормально. Женщина, вы в курсе, что сахар полнит? Вы такая худенькая и сахар только берете. Ну, хлеб бы хоть бы взяли, чтобы быть еще жирней. Че, где бабки? А, пробить я должен, правильно. Вначале пробиваешь, потом бабки. Паста! Сегодня у нас в меню паста! Почему-то я говорю, как будто в ресторане. Школьница какая-то зашла. Че, у школьницы деньги есть? Она зашла и вышла. Ходят тут всякие, смотрят просто. Нет бы покупать что-нибудь. Задрали. А, слушай, я ж на пасту цену-то не сделал. За 50. Вот. 50. Мой магазин нерентабельный. Скоро придется съезжать отсюда, потому что платить аренду я не смогу. Слишком дорогой хлеб. Ладно, завтра подешевле сделаю, а то у меня хлеб уже плесневеть начнет. Придется плесневый продавать по... Ну, с плесенью. Там же белок может быть, плесень как бы... Нет, плесень белка не содержит. Ну, короче, плесневый хлеб это как сыр, поэтому я буду продавать его за $15. Сейчас он стоит 80.
Внимание, внимание, только сегодня хлеб по 8 долларов. Дальше будет по 15, потому что с плесенью. Ого, вот это у тебя кольцо в ухе. Давай, покупай, купи. Ну, сахар возьми, он подешевле. Нет, сахар дороже. Блин, они задрали. Ладно, придется чё? Нет, я жопа. Я 7,50 вот так. Хлеб по 7,50. Специальная цена только для вас. Для меня слишком дорогая цена. Сахарная пудра, это капец. О, серьезно? Это люди в черном, он мне сейчас память сотрет. Ты не можешь позволить себе хлеб за 7,50? Эй, человек в черном. Он явно живет в будущем, да? Нет, если бы он жил в будущем, там цены все равно дорогие. Цены всегда растут. Он, наверное, из прошлого к нам телепортнулся. Ладно, если человек в черном даже не хочет, если... 7 баксов! Я разорюсь, ё! Купите у меня кто-нибудь! О, боже мой, как меня бесит. Остановитесь! Я ухожу в минус. Очки магазина плюс 10. Короче, это был симулятор магазина, супермаркета. Я никчемный продавец и вообще бизнесмен. Симулятор это не мое, поэтому если тебе не понравилось, ставь дизлайк, не подписывайся на мой канал и пока, больше никогда не увидимся. Ты еще здесь? Ладно, короче. Если понравилось, ставь лайк и подписывайся. И тогда мы увидимся в новом ролике. Так что до встречи!